Мы вначале выяснили, что все левое золото выгружают в этот магазин. Как узнали про канализацию? Познакомились с дилерами. Они нас провели. Как вышли на квартиру? Сначала хотели снять, но в этом доме на втором этаже никто квартиру не сдавал. Я ввела в поисковик адрес, чтобы он прислал уведомление, если всплывет. Пришло письмо с форума кошатников. В каком контексте? Хозяйка написала, что въехала в эту квартиру, ищет гостиницу для кота поближе на случай отпуска. Мне посоветовали гостиницу для кота. Я поехала, туда устроился на работу. А когда я думала, что привез кота и оставил на неделю, я позвонила Глебу, он скрыл кабинку Никифора в спортзале, сделал слепки с ключи, мы уехали, узнали, что будет партия золота, и увели ее. Машина Дегтярева. Эти все сами рассказали. И все-таки где машину оставим? Мы ставим где дома снимать. Сейчас она упаковывает. Как же? Лешка сказал, что гонит ее туда, а потом поставит на место. А вы знаете, что их убили? Ну, не можешь. Это как сказать? Вам придется нас отпустить. Угону не докажете, а заявления на ограбление нет. Уголовный кодекс богат разнообразен. Статья найдется. Эти козлы из магазина золота Дегтярева вообще выбили ни за что. Уже поняли, что ребят не машину использовали. Давно добили. Жалко ребенка. Заключение? Можно. Там хорошая судебная перспектива. Эти козлы стучат друг на друга на перегонки. Сказали прийти, выдали документы, чтобы я смогла забрать тело мамы в Украине.